Поклонники Гарри Поттера были рождены, чтобы сказку сделать былью. Ну или хотя бы часть сказки. Начали они с игры под названием «Квиддич», в которую играли герои известной сказки. Правда, законы гравитации пока что не позволяют настоящим спортсменам летать, как в фильме. Поэтому поклонники этого сказочного вида спорта просто бегают. Это очень контактный вид спорта. Квиддеров, то есть любителей квиддича, в России пока что маловато. Да и метелки мы привыкли использовать по назначению. Хотя... Симбиоз из регби, датчбола, по-русски вышибала и гандбола – вот что такое квиддич. Но не все в этой игре так просто, как кажется на первый взгляд. У нас в квиддиче 700 правил. 700 правил не помешали провести чемпионат мира по этому, прости меня господи, виду спорта. И в нем приняли участие студенты американских вузов. Но американцы вообще особо одаренный народ. Мне говорят, ты играешь в квиддич? Это же занудно. Несмотря на общественное мнение, на этот чемпионат мира, который, кстати, уже проходит в Нью-Йорке в четвертый раз, приехало более 40 занудных команд. И даже такие именитые, казалось бы, серьезные университеты, как Гарвард и Йель, тоже решили поучаствовать в этой Гарри Поттеровской вакханалии. Всего в Америке насчитывается более 400 команд по квиддичу. Так что велика вероятность, что эти неугомонные поклонники мальчиков с волшебными палочками в руках и в Олимпийские игры проберутся. Ужас. Миша Осинин про новости.